Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». У нас впереди первые выходные октября. Какую культурную программу приготовили для жителей и гостей города, узнаем прямо сейчас. Эльдару Рязанову 95. К этой дате в Самаре приготовили множество мероприятий, которые будут проходить каждые выходные вплоть до конца ноября. И первые из них пройдут уже в эту субботу, 1 октября. В 14:00 начнется пешеходная экскурсия «Самарские страницы» Эльдара Рязанова. Участники узнают, как «Волга» повлияла на судьбу великого кинорежиссера, почему его семья переехала в Самару и какой бизнес был у дедушки Рязанова. Место сбора – Фрунзе 120. А после экскурсии в 15:00 в библиотеке имени Надежды Крупской пройдет литературно-музыкальный вечер, на котором прозвучат песни и стихи в исполнении актеров театра «Самарская площадь». В Центральной городской детской библиотеке пройдет праздник «Песня русская, душа народная». Событие приурочено ко дню пожилого человека. В программе концерт ансамбля русской песни «Волжане» и творческий подарок воспитанников детской музыкальной школы имени Кабалевского. Вас ждут яркие музыкальные мотивы, исполненные на аккордеоне, баяне и кларнете. Приходите наполнить свой вечер красивой музыкой. 1 октября, 17:00, аэродромная 16А. А для самых маленьких жителей города в библиотеке народов Поволжья приготовили игровую программу «Русская ярмарка». Дети узнают о ярмарочных традициях на Руси, познакомятся в игровой форме с малыми жанрами фольклора, загадки, скороговорки, потешки и примут участие в веселых подвижных играх. Участников от 5 до 7 лет ждут 1 октября в 17:00 на Ленинградской, 7. 2 октября театр «Камерная сцена» ждет зрителей на постановку «А у нас во дворе». Жанр спектакля по пьесе современного драматурга Валерия Золотовицкого театр обозначил как спектакль-концерт. На окраине провинциального города в деревянном доме, предназначенном под снос, живут на чемоданах герои в ожидании скорого переезда в новые квартиры. Свободное время проводят во дворе. На этом маленьком клочке земли происходят важные события. Здесь влюбляются, ссорятся и ищут смысл жизни. И еще поют. Проходят годы, меняется репертуар, а оптимизм обитателей дома не угасает. В героях постановки зритель, несомненно, узнает себя и уйдет из театра с улыбкой. На этом у меня все. Выбирайте то, что вам больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.